Публичные дебаты кандидатов от Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут проходить по всей стране каждые выходные до 15 мая. А уже 22-го, спустя всего неделю, по их итогам будут отобраны наиболее достойные партийцы. Именно эти люди и пойдут 18 сентября на выборы в региональные парламенты и Государственную Думу. Регламент дебатов предельно лаконичен. Двухминутные выступления, затем ответы на вопросы из зала. Минута на вопрос, 3 минуты на ответ. И еще 2 минуты заключительного слова. Один раунд длится не более часа. В зале группы поддержки кандидатов. Тема, заявленная для Мособлдумы, «Наше Подмосковье, сохранение культурного наследия, местный патриотизм, создание условий для самоидентификации человека». Очень интересные, образованные и профессиональные оппоненты стояли на трибунах. То есть люди неравнодушны. И вот эта поднята тема о культуре, потому что если взять и Российскую Федерацию, Подмосковье, и, конечно, несомненно, наш муниципальный район, нам есть что показать, нам есть чем гордиться, и, безусловно, есть поле для деятельности. Это достаточно интересная форма дебатов, и я очень рада, что есть группы поддержки, и достаточно интересные, и, я хочу сказать, сложные вопросы. На этой же площадке в волейбольном центре проходили и публичные дебаты по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу. Посмотреть выступление любого участника в режиме реального времени можно на сайте «Предварительное голосование». Здесь же представлено и полное расписание дебатов. «Единая Россия» – первая из отечественных политических партий, дала избирателям возможность напрямую познакомиться со своими кандидатами. Мы должны чувствовать как друг друга, мы должны для самих себя формулировать правильно наши цели. И вот в такого рода дискуссиях и дебатах это как раз очень четко формулируется. Вот с формулировок своей позиции начинается все. Если мы расплывчаты в своих планах, в своих намерениях, да, то все. То вы никогда, не то что людям не докажете, вы не докажете никому, что надо идти именно этим путем. Предварительный анализ первых дней дебатов уже показал, что партийная инициатива воспринята обществом с большим интересом и одобрением. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».